На автодороге Сургут-Салехард в дорожно-транспортном происшествии пострадал мотоциклист. 36-летний житель города Тюмень ехал на вахту в Ноу-Уренгой на недавно приобретенном мотоцикле марки Suzuki. В районе моста через реку Пекапур мотоциклист превысил установленную скорость движения, не справился с управлением и допустил падение мотоцикла. В результате дорожно-транспортного происшествия байкеру потребовалась медицинская помощь. Врачи констатировали у пострадавшего перелом ключицы со смещением, множественные ушибы и ссадины.